Воспользовался ситуацией чужой банковской картой. В Александрове 14-летний школьник нашел во дворе жилого дома банковскую карту. Вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, заказал через интернет-магазин по упрощенной процедуре подачи данных о банковском счете бытовую технику на общую сумму более 103 тысяч рублей. Первая посылка с заказом уже поступила покупателю и изъята следователем. После поступления остального товара следователем СК России будет принято аналогичное процессуальное решение. Потерпевший 30-летний местный житель пояснил, что случайно обронил банковскую карту, но не сразу обнаружил пропажу, поэтому и не заблокировал счет. По инициативе следователя Следственного комитета России органы систем профилактики оценивают обстановку в семье. Известно, что воспитанием подростка занимаются мама и бабушка.